на моем канале. Сейчас я покажу вам 3 фокуса, которые запросто можно сделать, используя самые обыкновенные подручные материалы. А если вы хотите узнать еще больше фокусов, то переходите по ссылке на канал Сергея, где вы найдете не только другие фокусы, но и кучу всяких разных интересностей. Итак, приступим! Первый фокус, о котором я вам сейчас расскажу, это превращение мелкой купюры в более крупную. Сразу скажу, для этого фокуса я не использовала настоящих денег. Я пошла в магазин и купила мандарин. Я сходила в магазин и купила вот такие пачки фальшивых денег. Боже, это не мое, меня смотрит полиция! Итак, сейчас я разверну эту купюру, и вы сами все поймете. Дело в том, что за ней приклеена вторая купюра, в которую она бы превратилась волшебным образом. Если развернуть полностью, то получится вот такая козябристая козябра. Берете одну нулевую эту купюру, еще не помятую и не испорченную, складываете пополам, затем еще раз пополам. Старайтесь складывать как можно ровнее. И теперь пополам по вертикали. Старайтесь, чтобы вот здесь края как можно меньше торчали. Абсолютно то же самое проделываем со второй купюрой. Теперь эти квадратики просто-напросто склеиваем друг с другом вот таким образом. Ну, естественно, не магическим образом, а клеем. Самым обычным канцелярским. И после этого у нас будет получаться вот так. Одна купюра прячется за другую, а вторая раскрывается. Используя отвлекающие маневры, переворачиваете купюрки склеенные и разворачиваете. Итак, второй фокус. Кстати, эта постель не моя, а моей дочке, которой всего 3 годика. Я сама небольшой фанат Маши и Медведя, хотя прикольный мультик. Для этого фокуса вам придется обзавестись еще дополнительным шнурком, если у вас, конечно, нет такого же цвета и желательно вида, как у вас на ботинках. Берете самую обыкновенную тонкую нитку и привязываете ее, длинную нитку, и привязываете ее посередине к этому шнурку. Вдеваете этот шнурок вместе с ниткой в вашу штанину, так, чтобы шнурок оказался внизу, там, где ботинок, а конец длинной нитки наверху, выше пояса. Родной шнурок ботинка должен быть завязан. Мы его складываем вот таким образом и слегка прикрываем штаниной. Затем, когда мы будем трясти ногой, мы слегка тоже наверху приподнимем штанину, и шнурок завязанный вывалится. И в то же время вот этот шнурок должен быть втянут в эту штанину. А зрителю покажется, что этот шнурок просто-напросто взял и завязался вот в этот. Надеюсь, я понятно объяснила, потому что у меня впечатление, что непонятно ничего. И последний на сегодня фокус на моем канале – это фокус с игральными картами. Что смотрите, не умею я раскидывать карты эффектно. Представьте, что у меня в руке колода невидимых карт. Сейчас я их подброшу и проглочу. Для этого фокуса понадобится треть колоды, половина колоды, а быть может и целая колода. В общем, фишка в том, что это зависит от того, какого размера у вас ладонь. У меня она маленькая, поэтому вмещается меньше половины. У парней этот фокус будет выглядеть более эффектным, я думаю.
Итак, берете вы эту треть, половину или, быть может, целую колоду карт и лицевой стороной вкладываете вот таким образом в ладонь. Руку с картами можно спрятать в карман, если у вас широкие карманы, либо за спину, чуть-чуть прикрыв спиной собой. В общем, удобнее всего, когда рука под столом. Затем пудрите друзьям мозги про невидимую колоду карт, о том, что вы собираетесь ее подбросить и проглотить. Затем отвлекаете их внимание тем, что вы подавились, и в этот момент быстрым движением руки подносите колоду, ну, в общем-то, практически засовываете эту колоду себе в рот, но не целиком, достаточно совсем чуть-чуть, боже, ужасно. Да, ну, тем не менее, засовываете как бы эту колоду отчасти себе в рот, чтобы выглядело, как будто эти карты вываливаются оттуда. Если вам понравились эти фокусы, ставьте пальчик вверх, вот так и вот так. И вы очень поддержите меня, если подпишетесь на мой канал. Будет еще много интересного. А теперь бегом на канал Assistance TV, где Сергей покажет вам еще пачку фокусов, которыми вы можете удивить своих родных и близких. Не ждите чуда, чудите сами. Пока!